Для того, чтобы наш город вошел в зимний период без затруднений, чтобы в каждый дом, квартиру или на предприятие стабильно поступали вода, газ и электричество, в первую очередь необходимо провести масштабную и трудоемкую работу по техническому обслуживанию, ремонту и замене оборудования, трубопроводов, систем регулирования, учета тепловой энергии и многое другое. А также крайне необходимо следить за корректной работой всех видов оборудования, и это касается не только снабжающих организаций, следить за своими приборами учета важно всем горожанам. И только выполнение всего комплекса запланированного мероприятий позволит обеспечить надлежащую подготовку городского хозяйства к работе в осенне-зимний период. В Бресте часть таких важных работ берет на себя филиал «Энерготелеком» республиканское унитарное предприятие «Брестэнерго». Филиал «Энерготелеком» создан был 18 ноября 2002 года. Численность персонала на сегодняшний день составляет более 160 человек. Деятельность филиала направлена на эксплуатационную поддержку автоматизированных систем управления, сетей передачи данных, автоматизированных рабочих мест и приборов телемеханики. Наши специалисты ведут работы по внедрению и сопровождению программного обеспечения, оказывают услуги связи, а также производят ремонт и техническое обслуживание приборов учета электрической и тепловой энергии. А вот ремонт и техническое обслуживание приборов учета электрической и тепловой энергии проводится в лаборатории проливной станции «Брестэнерго». Работы выполняются на современной проливной поверочной расходомерной установке, которая является образцовым средством измерения, предназначенным для проведения поверки и испытаний приборов учета тепловой энергии, водомеров и расходомеров. Наша лаборатория занимается подготовкой к поверке и предъявлением госповерителю приборов учета тепловой энергии, водомеров и расходомеров диаметрами условных проходов от 15 мм до 150 мм включительно. Также наша лаборатория оказывает весь комплекс услуг, начиная от демонтажа приборов учета с выездом по месту установки и заканчивая обратным монтажом, пусконаладочными работами перед началом отопительного сезона. Подготовка средств измерений заключается в их профилактическом обслуживании, ремонте, поверке и проверке работоспособности перед началом отопительного периода. Почему это так важно? Для того, чтобы убедиться в правильности показаний прибора, прежде всего необходимо подтвердить правильность его метрологических характеристик. Ведь никто не хочет остаться обманутым, ни энергоснабжающая организация, ни потребитель. Поверка приборов учета проводится по окончанию межповерочного интервала. Абсолютно на каждый прибор есть своя методика. Каждый имеет свой интервал, но в основном, исходя из госстандарта, поверка метрологических характеристик приборов должна осуществляться один раз в два года. Наша лаборатория сотрудничает со всеми основными заводами-изготовителями, которые работают в Республике Беларусь. Поэтому, если какие-то ремонты мы не можем провести силами лаборатории, мы обращаемся на завод-изготовитель, где либо прибор ремонтируют, либо в случае, если он морально, и физически уже устарел, выписывают акт о непригодности, и в принципе в последующем мы можем закупить этот прибор на заводе и установить его обратно заказчику. Что бы ни случилось с вашими приборами по вопросам технического обслуживания и ремонта, вы всегда можете обратиться за помощью к работникам филиала «Энерготелеком» республиканского унитарного предприятия «Брестэнерго».